Праздник начнется на Малаховом кургане с возложения цветов к памятнику Корнилову. Торжественное открытие акции состоится в Казачьей бухте. Здесь поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил России и лучших моряков Черноморского флота. Будут проведены небольшие учения по высадке морского десанта, показаны учения по высадке морского десанта с большого десантного корабля «Саратов». Там же предусматривается показательное выступление морских пехотинцев, показ выставки вооружения военной техники. По задумке организаторов, акция «Первый на флоте» станет ярким и веселым праздником не только для военнослужащих, но и для всех жителей и гостей города. Ракетный корабль на воздушной подушке «Бара» будет выходить в море и демонстрировать боевые упражнения с группой ведущих Первого канала, руководства Первого канала. Большой десантный корабль «Азов» и малый противолодочный корабль «Суздалец», а также малый ракетный корабль «Штиль» будут принимать гостей непосредственно на причалах на минной стенке. После обеда на городском стадионе пройдет товарищеский матч по футболу между звездами Первого канала и сборной командой флота. В 18 часов на площади Нахимова – галоконцерт. Имена артистов, которые выйдут на севастопольскую сцену, пока что держатся в секрете. Людмила Замятина, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.